Ауз биллахи мина шайтана раджим, бисмиллахи рахман рахим, ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3 и хотим продолжить серию передач, посвященных теме ваххабизма. Для этого мы вновь пригласили в нашу студию уважаемого нашего гостя Шейх Гурбана. Ассаламу алейкум, Шейх Гурбан. Алейкум ассалам ва рахматуллах алейкум. Уважаемый Шейх Гурбан, на последней передаче вы объясняли тему ширка, что такое ширк у ваххабитов, что это за учение такое, как оно преподносит ширк, и вы сказали, что оно разграничивает ширк на две части, говоря о том, что не то, что ширк на две части, а просить о помощи. Если человек просит о помощи того, кто не способен ему помочь, допустим, у мертвого, то это ширк. Если человек просит о помощи у того, кто может ему помочь, допустим, у своего друга или соседа, то это не является ширком. И хотел бы продолжить данную тему. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. Я приветствую дорогих телезрителей. Прежде всего, мы, да, говорили о том, что, ну, я очень коротко перескажу то, что мы говорили на прошлых передачах. Мы говорили о том, что, с одной стороны, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб объявляет о том, что поклонение – это «гайта тадаллуль валь-худу», то есть это апогея самоприниженности. Когда его спрашивают, что, какие есть виды апогея самоприниженности, ну, приведи примеры. Он говорит, допустим, «истиана», «истигаса», «дуа». Так? Ну, и мы взяли в качестве примера для обсуждения истигас. Мы можем любой другой вид, который он перечисляет, взять, и то же самое рассуждение мы в данном случае будет уместно. Он говорит истигаса, то есть крик о помощи, зов на помощь. Крик о помощи. Он говорит, ну, приводит как пример поклонение. Что это значит? Это значит, что если кто-то кому-то обращается с криком о помощи, он ему поклоняется. Если он обращается с криком о помощи к Богу, то он поклоняется к Богу. Если он обращается с криком о помощи к творению, он поклоняется этому творению. И как следствие, с точки зрения Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, совершает, то есть согласно этой идеологии, этой позиции, он совершает многобожие и как следствие становится, ну, является неверным. Но с другой стороны, когда ему приводят доказательства несостоятельности его взглядов, его убеждений, он отступает и начинает петь другие песни. Он переходит с американских песен на цыганские песни и говорит, что нет, не любой истигаса является поклонением, а то истигаса, которое обращено и тот крик о помощи, который имеет отношение и связан с тем вопросом, в которых может помочь не только Всевышний. То есть только Всевышний. Если только Всевышний может помочь, то это поклонение. Если не только Всевышний, то это не поклонение. И соответственно, то есть не всякая истигаса станет поклонением. Так? Но мы высказали по этому поводу ряд критики, но мы сейчас находимся на стадии, когда на эту критику мы закрываем глаза. Предположим, что эта критика неуместна, хотя она еще как уместна, и создает Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, его сторонникам, его учению очень серьезные проблемы. Ну, предположим, что эта критика неуместна. Мы на предыдущих двух передачах эту критику повторяли, да, и разъясняли эту критику. Сейчас не будем повторять. То есть забудем о том, что это вообще критика есть, и предположим, что этой критики нет. Так? Мы пришли к тому, что Мухаммад ибн Абдул-Вахаб определил критерии того, и об этом говорит, допустим, тот же Ибн Усеймин, то есть другие толкователи Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, они говорят об этом критерии, да? Критерии того, как определить, истигаса является поклонением или не является поклонением. То есть, какой истигаса является поклонением, а какой не является поклонением. И какой у них критерий? Критерий – это кудра, это возможность, это способность. Способен кто-то помимо Бога помочь в этом вопросе? Способен – значит не поклонение. Не способен помочь – значит поклонение. Так? Способен – не способен. Способен – не способен. Возможно – у него есть возможность, нет возможности, может помочь, не может помочь, нет у него такой возможности.
И здесь мы коснулись вопроса о том, вообще, что из себя представляет возможность. Удра. Да? И вообще, как определяет Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, как его последователи определяют, в каких вопросах творение может помочь, а в каких он не может помочь. Но потому что здесь, обратите внимание, я забегаю чуть-чуть вперед, отмечу, что Мухаммад ибн Абдул-Вахаб и его последователи имеют об этом вопросе ровно представление ноль. То есть о том, вообще, в чем может помочь, в чем не может. То есть представление абсолютно, то есть животное, я бы даже сказал, даже не детское. Понимаете? Это, то есть, эмбрион, наверное, так понимает этот вопрос. То есть такие, на таком уровне, это, наверное, человеческий эмбрион только может мыслить. Только так, как мыслит Мухаммад ибн Абдул-Вахаб и его последователи. Ну, реально, то есть... Если мы объективно на этот вопрос посмотрим, это довольно-таки смешная позиция или смешная идеологическая позиция. Итак, мы спрашиваем Мухаммад ибн Абдул-Вахаба и его последователей. А как вы определяете, в чем может творение помочь, а в чем не может помочь? Как это? Где эти границы? Да? Он говорит... Мухаммад ибн Абдул-Вахаб говорит, что определять это жизнью и смертью. Точно так же, как и Ибн Усеймин говорит там в книге «Шарху Кашф аш-Шубахат», говорит о том, что это жизнью и смертью. Если живой, то значит может помочь. И обращение к нему с зовом о помощи не является поклонением ему. А если он мертв, если он ушел из этой жизни, то обращение к нему с зовом о помощи является поклонением ему. Почему? Потому что он не может тебе помочь в этом вопросе. Ну, то есть, довольно-таки запутанно, да, на самом деле. Я не знаю, вы как бы улавливаете всю эту запутанность. Да, конечно. Даже сложно об этом рассказывать, на самом деле, потому что настолько запутанно. Очевидно, сложно доказывать, так сказать. То есть, понимаете, когда вещь аналогична, ее очень просто пересказать и передать. А когда это просто архаичная и вообще абсолютно полностью сама... То есть противоречивая какая-то вещь, абсолютно лишенная какой-либо логики, какого-либо смысла, то об этом сложно говорить и объяснить вообще, в чем эта позиция заключается, довольно-таки сложно. Можно играть на эмоциях, да, покричать можно, а я-то там привести то, что как раз-таки Мухаммад ибн Абдул-Вахаб и его последователи делают. То есть их успех и секрет их успеха заключается именно в том, что они просто эмоции. Действуют на обывателя, действуют вот этими своими криками, приводят аяты, то есть привел аяты, и то, что первое пришло в голову относительно данного аята, и за это взялись и пошли дальше. А то, что этот аят на самом деле значит, и вообще имеет ли этот аят тот смысл, который пытается этот эмоциональный оратор им придать или нет, об этом никто и не задумывается. Вот, да, и побежали рубить голову мусульманам. Да? Вот я приведу цитату, подтверждающую это понимание. То есть то, что Мухаммад ибн Абдул-Вахаб границы возможного и невозможного, возможности творения и отсутствия возможности у творения является жизнь и смерть, граница. Я зачитывал в конце прошлой передачи, но повторим еще раз. В книге «Муфидуль Мустафид» «Фи куфри тарики таухид» он говорит следующее. «Вамин анва хада ширк, вамин анва ихи талабуль хавайч, мин аль маута». То есть одним из видов многобожия, ширка, является требование помощи, поддержки, требование там, каких-то вещей, прошение о каких-то вещах. У кого? У мертвых. Это является ширком. Валистигасату бихим. И крик к ним о помощи. Валтаваджуху илейхим. Вахаада аслю ширки лалям. Он говорил о том, что это основа вообще ширка во всем мире. Весь ширк во всем мире, все многобожие во всем мире основано на том, что люди обращаются к мертвым. Он говорит, почему? Почему это ширк? Почему это нельзя? Фаинна, то есть это таалиль, то есть это почему? То есть слово переводится как слово почему? Потому что мертвый уже ничего не может делать. Инката амалуху. То есть он больше всего, он больше умер и ничего не может делать, да. Запомните эти слова. И мертвый не может помочь себе или навредить себе. Еще раз повторяю.
Он говорит, что мертвый не может себе помочь и не может себе Навредить. навредить. Всевышний, когда в Священном Коране говорит о ком? Об идолах, об истуканах говорит, он говорит, Всевышний говорит, что эти истуканы, эти идолы не могут вам помочь. Не обращайтесь к ним за помощью. Они не могут вам помочь. Так? И он говорит, что мертвый, человек, который ушел из этой жизни, он не может себе помочь, он не может даже себе навредить. Он все, он ни на что больше не способен. Поэтому зачем к нему обращаться? Поэтому обращение к нему является многобожием. Да? То есть он определил границу того, что где творение способно помочь, а где творение не способно помочь. Да, опять-таки, ну, здесь есть очень много чего, о чем можно сказать. Ну, то есть, например, в том числе то, каким образом Мухаммад ибн Абдул-Вахаб дошел до такой жизни. Да? Почему он именно такую позицию? Потому что, ну, да, все, любое истигаса, любое прощение помощи является ширком, и все. Нет, он же не может, потому что есть доводы, доказательства о том, что люди обращаются за помощью, и это разрешено в исламе. В Коране есть примеры об этом. В сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, есть примеры об этом, да? И он здесь должен выкручиваться. Он должен здесь извиваться, чтобы оправдать свою точку зрения, свою позицию. И поэтому говорит о том, что истигаса в тех вопросах, в которых может помочь только и только Всевышний, является поклонением, а во всех остальных вопросах не является поклонением. А как определить, в чем может помочь только Всевышний? А в чем могут помочь и творение? Он говорит, ну, жизнь и смерть. Если человек живой, то он может помочь тебе. Поэтому обращаться к нему с зовом о помощи, с криком о помощи можно. А если он мертвый, то он не может тебе помочь, потому что он не может даже себе помочь, он не может даже себе навредить. То как он тебе может помочь? Значит, в этом вопросе истигаса к нему, к мертвому, является, он ставит границу, да, жизнь и смерть. И по поводу данной позиции, да, ну, очень многое можно сказать. Начнем со слов, опять-таки. Мы же говорим о гармоничности в словах самого Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, да, насколько его учение гармонично, насколько оно вообще соответствует внутри себя. О гармонии мы говорим, о соответствии, о внутреннем порядке, о внутренней логичности этого учения говорим, да. В первую очередь давайте обратимся к одному из его писем. Письмо приведено в книге «Ар-Расаль Шахсия», издана эта книга в Саудовской Аравии под, если не ошибаюсь, Фовзаном, то есть под руководством, под присмотром, покровительством Фовзана, шейха Фовзана, но известный тоже. Это 36-я страница «Ар-Расаль Шахсия», 36-я страница саудовское издание. Шейх Гурбан, если вы позволите, можем зачитать это письмо Так, после конечно. паузы. Уважаемые наши телезрители, оставайтесь с нами. После паузы мы зачитаем данное письмо. Уважаемые наши телезрители, мы прерывались на небольшую паузу, до которой хотели зачитать письмо Мухаммад ибн Абдул-Вахаба. Уважаемый шейх Гурбан, вы хотели Да, зачитать письмо? мы хотим посмотреть, опять-таки, мы Это опять. письмо связано с учением ваххабизма. Да, конечно, с его идеологией, с его позицией. Как он представляет его? То есть истигаса, которая обращена в всех вопросах, то есть истигаса в тех вопросах, в которых может помочь только Всевышний, это поклонение. Мы к этому, да, пришли. В тех вопросах, в которых может помочь не только Всевышний, это не поклонение. Да? Как мы задаемся вопрос, как мы определяем, в каких вопросах Всевышний может помочь, а в каких он не может помочь? Он говорит, ну, вопрос жизни и смерти. Если творение живо, творение, если человек живой, например, то он может помочь, а значит, просить его о помощи не является, крик к нему о помощи не является поклонением ему. А если он мертвый, то это, конечно, поклонение, да, если человек мертвый, например.
И здесь мы хотим посмотреть на другое высказывание Мухаммад ибн Абдул-Вахаба из Расаиль аш-Шахсия, это сборник его писем. В одном из своих писем, это в Расаиль аш-Шахсия саудовского издания 36 страницы, он пишет следующее. Он говорит о том, что «Валасту мубтади акидати вадини». Он говорит о том, что я не выдумал свою идеологию, я не выдумал свою религию. То есть он хочет сказать, что и говорит здесь открытым текстом о том, что он все это взял у предыдущих имамов, хотя мы ничего подобного у имамов и ученых не обнаруживаем до него, ни у кого нету. Даже у Ибн Тайми ничего подобного просто нет. «Валякинни байянту линнаси ихляса дини лилля». Но я всего лишь объясняю людям их религию, религию Аллаха. «Ванахайтухум», обратите внимание, я запрещаю людям, я ничего не выдумываю, я разъясняю людям их религию и запрещаю людям «андааватиль ахья и валь амват», обращаться к живым и мертвым. То есть обращаться «андааватиль ахья и валь амват мина салихина ва гайрихим». Правильным живым, грубо говоря. Он говорит, что он запрещает обращаться не только к мертвым, но и к живым. К живым. Что противоречит предыдущим словам. Конечно. Это, то есть, ну, опять-таки, это анархия. Это абсолютное отсутствие какого-либо. То есть, то ли человек забывает о том, что он говорил до этого, то ли он. То есть мы все это как бы шаг за шагом это рассматриваем. Он постоянно это и говорит. То ли на эмоциях он разговаривает. Нет, этот человек просто, он обыватель. Он когда как выгодно, он так не и... ученый. Он не ученый. Он, это человек, который говорит то, что ему придет в голову. То есть он не мыслитель, он не ученый, он не исследователь, он не знает священного Корана, он не знает хадисов. Просто перед ним стоит какая-то задача, он какие-то амбиции у него стоят, и он эти амбиции пытается... как бы достичь этих амбиций, и для этого выдумывает религию, выдумывает и убеждения, которые не может как бы логично выстроить так, чтобы в нем была гармония, чтобы отсутствовало противоречие. Не может, у него противоречие на противоречии, да? Это во-первых, мы видим явное противоречие. С одной стороны, он говорит, что при границе возможного и невозможного является жизнь и смерть. Если человек живой, то он может, если человек мертвый, то он не может. С другой стороны, а это, что это означает? Это означает, что к живому можно обращаться, правильно? Можно. И в тех местах, где он говорит о том, что я же не отрицаю, что можно обращаться к творению, мы ранее зачитывали, я не отрицаю, говорит, «Валя нун кируха», можно обращаться к творению в тех вопросах, в которых он может помочь, это творение может помочь. А тут говорит, что я запрещаю людям призывать к живым и мертвым. Как живым, так и мертвым. Мина салихин, из праведных людей. Это во-первых. Во-вторых, Всевышний в Священном Коране, обратитесь, ваххабиты, почитайте Священный Коран. Всевышний в Священном Коране говорит о живых людях. Что они не могут себе помочь. Что они не могут себе навредить. О живых людях. Говорит о живых людях, что они не могут себе помочь и не могут себе навредить, живые люди. Например, в аяте, в одном из аятов Священного Корана Всевышний говорит: «Куль ла амлику ли нафси наф'ан ва ла дарра». О Мухаммад, скажи этим людям, что «ла амлику ли нафси наф'ан ва ла дарра». Я не могу себе помочь и не могу себе навредить. Я сам себе не могу помочь и навредить. Каким образом жизнь и смерть являются границей возможного, невозможного, способности и отсутствия способности, отсутствия возможности и отсутствия возможности? Каким образом? Когда Всевышний в Священном Коране говорит что, по поводу живого человека, что я не могу себе помочь, я не могу. «Ля амлику ли нафси». Или в другом аяте Всевышний говорит: «Куль ла амлику ли нафси дарран ва ла наф'а». Я не могу себе навредить, не могу себе помочь. Да, илла машаллах. Кроме того,
что пожелает Всевышний, как в первом аяте, так и во втором. Илля машалла. То есть все, что происходит, это происходит по воле Всевышнего. Это Всевышний делает. То есть я не могу себе навредить. Я сам ни на что не способен. Всевышний говорит Мухаммаду, своему пророку, чтобы он так сказал, обратился к людям. Валяв кунту а'ламу л-гайба ластакстарту мин аль-хайри. Вама массания су. То есть, если бы я обладал бы знанием сокровенного, пророк говорит, если бы я обладал бы, то есть Всевышний приказывает пророку сказать это людям. Скажи, что если бы я обладал бы знанием сокровенного, то я увеличил бы свое добро, увеличил бы свое добро, и меня не коснулось бы зло, меня не коснулось бы какой-либо вред. Да? То есть здесь мы в этом аяте явно видим, что Всевышний говорит, что даже пророк при жизни еще не может себе навредить, не может себе помочь. Пророк не обладает знанием сокровенного. И все, что он делает, все добро, которое приносит пророк, или тот вред, который приносит, допустим, многобожникам пророк, и то знание сокровенного, которое принес пророк людям, это все знание чье? Это чье знание? Это знание Всевышнего, потому что в этом же аяте говорит «Илла машаллах». То есть я могу себе помочь и себе могу навредить только в тех вопросах, которых пожелает Всевышний. «Илла машаллах». Кроме того, что пожелал Всевышний. Эти аяты что означают? Эти ваххабиты этого не понимают. Они не понимают, что абсолютно все построено на могуществе Всевышнего. Если Всевышний даст могущество человеку, он может что-то делать. Если не дает могущество, то он не может ничего делать. Все зависит от Всевышнего. И кто тут ограничивает возможности, которые может даровать человеку Всевышний? Кто ограничивает? То есть здесь есть какие-то пределы? А вот Всевышний может дать силу человеку в этих вопросах, а в этих вопросах не может дать. Есть такие пределы? Кто эти пределы определяет? Мухаммад ибн Абдул-Вахаб и его ученики определили эти пределы? Они не определили эти пределы. Они говорят, живой и мертвый. А мы видим, что нет никакой разницы между живым и мертвым. Как тот, так и другой являются творениями. И как следствие, никакой самостоятельной силой, самостоятельным могуществом не обладает. «Ла хауля ва ла куввата илля биллахи алийил азим». То есть нету силы и мощи ни у кого, кроме Всевышнего. Каким образом у живого есть могущество? Это разве не ширк, с другой стороны? Ты говоришь, что у человека есть могущество. Это что? Это могущество что? Самостоятельное? То есть это могущество, не дарованное Всевышним? Аллах говорит, у него нет самостоятельности, нет силы и мощи. Да, нету. А они говорят, есть. Они говорят, у него могущество. Когда он живой, у него есть сила могущества. То есть он, несмотря на Аллаха, может тебе помочь. То есть они разделяют, они говорят, и Аллах тебе может помочь, может к нему обратиться. Да. Если человек может тебе помочь, это есть многобожие. Вот это вот есть многобожие. Это ваххабитское многобожие. То есть они не замечают, у них нет, не хватает интеллекта это все замечать. Или же, допустим, и другие аяты есть. Допустим, «Куль инни ла амлику лакум дарран валя рашада». Скажи им, что у тебя нету, ты не можешь им, у тебя нету власти, у тебя нету силы принести им вред или же принести им пользу. У тебя нету, скажи это. То есть это опять-таки о ком? О живом человеке, потому что Всевышний приказывает ему обратиться к людям и сказать эти слова. Значит, он им говорит, живому человеку. Или же, вот еще интересный пример из Священного Корана. Допустим, его светлость Иса, алейхиссалату вассалам, говорит «Ва-ухиль маута». Я оживляю, «Ва-ухиль маута», то есть я оживляю мертвых. Я оживляю мертвых, говорит Иса в Священном Коране. «Би-идни-ля», но с позволения Бога, то есть это делает на самом деле Бог через меня. Да? Посредством меня оживляет мертвых Всевышний. Это делает, это сила, это могущество, это кудра принадлежит Всевышнему оживлять. Или же в этом же аяте, чуть выше, Иса, алейхиссалам, говорит о том, что я сейчас смастерю из глины нечто подобное на птицу, то есть сделаю скульптуру, да,
то, что ваххабиты запрещают делать скульптуру. А Иса в Священном Коране делает, да, скульптуру, потому что в аяте ясно, четко об этом сказано. Сделаю скульптуру и вдохну в него жизнь. Опять-таки, биизниля, то есть с позволения Бога. Опять-таки, это могущество Бога, да? То есть кто, как, где, каким образом определил, что может дать своему творению Всевышний, а чего не может дать? Кто запретил Богу даровать человеку, который ушел из этой жизни, какие-либо возможности? Или, допустим, в битве, когда Аллах Коране говорит пророку, что не ты стрельнул, когда ты стрельнул, а мы стрельнули. Да, ма рамейта идрамейта. Это не ты стрелял, когда ты стрелял. Это стрелял Всевышний. Всевышний? Да, или... То есть мы видим все равно все. Все, любое действие человека происходит абсолютно, по воле Бога. Абсолютно. Слова «Ля хуля ва ля кувата илля биллахи ля лия лазим» «Нету силы и мощи ни у кого, кроме Всевышнего» – это буквальные слова. Это слова, самые, что не, это учение ислама. Поэтому нет разницы между живым, мертвым, нет разницы между одним и другим. Любой человек по воле Всевышнего может обладать безграничным могуществом по воле Всевышнего. Кто запретит Богу? Мухаммад ибн Абдул-Вахаб запретит Богу даровать ему, даровать мертвому могущество, помочь человеку. Кто может запретить? Где эти границы, где вот, или знания? Если они по поводу знания тоже, да, нападают на мусульман, говорят о том, что ты веришь в то, что допустим, человек мог обладать этими знаниями, допустим, пророк или какой-то другой праведный человек мог обладать этими знаниями, да ты приписываешь ему качество Бога. С чего ты взял? Если, может, этот человек убежден, что это Бог ему даровал эти знания? Ты что ли запретишь? Кто запретил? Где эти вообще преграды перед Богом, где он не может даровать могущество и знания какому-то человеку? Где эти преграды? Кто эти преграды расставил для Бога? Поэтому, когда он говорит, что границы между могуществом и отсутствием могущества, способностью и отсутствием жизнь является жизнь. Жизнь и смерть, это глупость полнейшая. И он говорит, обратите внимание, «Вахваля ямлику ли нафсихи наф'ан валя дарра». Он говорит это в книге «Муфидуль Мустафид». Он говорит о том, что мертвый не может себе помочь и навредить. А что, живой может себе помочь и навредить? Ты говоришь, да, я говорю, нет, Всевышний в Священном Коране говорит, «Кулям ли куль нафси дарран валя наф'а». «Кулям ли куль нафси наф'ан валя дарра». Я не могу себе, живому человеку говорит, скажи людям, обратись к людям. Тем более пророку. Пророку говорит, обратись к людям, что ты не можешь себе помочь и навредить. Илля машаллах, кроме в тех случаях, когда тебе Всевышний это позволит, когда тебе Всевышний даст эту возможность, когда Всевышний тебе даст эту силу. А кто запретил Богу даровать силу мертвым людям, которые ушли из этой жизни? Тем более, что ну, они мертвыми являются исключительно с той точки зрения, что они обладают той жизнью, которая была у них здесь. А кто сказал, что они мертвы? Всевышний в Священном Коране говорит, что... Да, не считая тех, которые... были убиты на пути Аллаха мертвыми, баль ахья ун инда раббихим юрзакун. То есть они юрзакун, то есть это мученики на пути Аллаха, они ахья, они являются живыми. Где ты, как ты, то есть каким-то образом посчитаешь, считаешь, что могущество у одних есть, у других нету. То есть был в этой жизни, была у него возможность тебе помочь, ушел из этой жизни, у него перестало это возможность быть. Ты говоришь, потому что он мертв. Ин ката амалюху. То есть он уже ничего не может делать. А Всевышний говорит, ахья он, индараббихим юрзакун. Они живые и получают удел у Всевышнего своего. Получают удел. Удел знания, могущества, силы и в том числе. Разве нет? Или же или для вас, глупых ваххабитов, ризк в будущей жизни это только какие-то, не знаю... Кушать, спать, да, это ризк. Грубо говоря. Это ризк. Разве более величайшим, более ценным ризком не является знание? Более ценным и величайшим ризком не является могущество? Как вы определяете, живой обладает возможностью и способностью, а мертвый не обладает? Ну, то есть мы видим, что абсолютнейшая... дисгармоничная идеология убеждения, которая написана малолетним имбецилом, даже если он
является взрослым человеком, да, и объявляет себя ученым. То есть у него интеллект, это интеллект малолетнего имбецила. И те люди, которые сейчас следуют за ним, его ученики, да, те люди, которые пишут книги, те, которые исповедуют, они, то есть, находятся, к величайшему На сожалению, таком на той уровне. же стадии интеллектуально-умственного развития. Уважаемый Шагурман, спасибо большое, что приходите разъяснять такую важную Спасибо тему. Я вам. думаю, для многих стала понятна тема ширка, обращение к мертвым и обращение к живым. Но мы Иншаллах, на еще следующих, вернемся к этим да, еще на вопросам. следующей передаче мы продолжим более подробно разъяснять данную тему. Уважаемые наши телезрители, мы с вами вынуждены попрощаться. Иншаллах, эта информация была полезна для вас. И увидимся с вами на следующих передачах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.